내고 싶어서 19편을 선수 원고지에다가 써서 책을 만들었어요. 그것을 정대국에게 선물합니다. Она, оказывается, очень много написала, чтобы он его поздравить. Вот она вот это все писала, и она передала ему. Он ее ученик. 그 책 속에, 이 19편의 책 속에 우리 국민들이 가장 좋아하는 시가 들어있어요. В это 19 книг все наши, вот в нашей стране, которая самая известная, самая популярная, а в этой книге все издается. 1942년에 윤동주가 일본으로 유학을 가고 1944년에 정병욱이 학도병으로 징집이 돼서 또 일본으로 갑니다. 학도병 아시죠? 학생인데 군인으로 싸우러 전쟁터로 나가는 거예요. 42년에 он, оказывается, был в это поступил в Японии. В 44년에 он уже стал на пути, как типа в то время назвали их партизанами, он воевал, оказывается. Поэтому он, оказывается, очень много знал японский язык. 일본에서 일본으로 싸우러 가야 되는데 서울에 있는 모든 짐을 들고 이곳에 내려와서 부모님에게 짐을 맡기죠. 그러면서 이 책, 윤동주에게서 받은 이 원고를 부탁을 합니다. Сеул, оказывается, очень многие приехали сюда именно вот эти те, которые были когда-то написаны в его книге, они сюда принесли, потому что его дом здесь, его матери. 내가 만약에 일본에 지금 전쟁터에 나가잖아요. 죽고 돌아오지 못하더라도 이 원고책을 잘 보존해달라. 우리나라가 독립이 되고 세상이 좋아지면 이것을 연세대학교 연희전문으로 보내서 이 시를 빛을 보게 해달라. 유언처럼 나에게 떠났습니다. Если случайно мы когда идем на войну, если я не вернусь, то в этой книге описано было все, и они написали, распространите, пожалуйста, это все, чтобы это вошло в историю. 정병욱 학생 어머니, 그 어머니는 요거 아들가 아니잖아요. 아들 작품 아니죠. 아들이 부탁한 남의 책이잖아요. 하지만 그 어머니는 아들이 부탁을 받고 이 책을 소중하게 명주 보자기로 싸서 마루짱을 뜯어내고 항아리 속에, 습기가 참 안 되니까 항아리 속에 넣어서 위장을 하고 지켜내는 거예요. 어머니가. Это стих ему доверили, поэтому она это берегла как зеницу ока. Она взяла его, завернула и какой-то в горшок положила, и она охраняла ее. 그때는 한글 조선어를 쓰지 못하는 때예요. 1938년 조선어 금지령이 내잖아요. 제3차 교육령에 의해서 한글을 쓰지 못해요. 이 한글로 쓰여진 책을 가지고 있는 것, 읽는 것조차도 위험한 일이었습니다. В то время, оказывается, вот это вот иероглифы китайскими, которые пользовали, запрещали, оказывается, здесь. А этот стих был написан на этой языке. Поэтому это было, нужно было спрятать, сохранить. 그런데 그 어머니는 아들이 부탁한 그 유언과 같은 부탁을 지키기 위해서 목숨을 걸고 위험한 일을 한 거죠. 그러니까 용기와 재치로. 왜냐하면 장롱 속에 숨긴 것보다 오히려 이거 사람적인 점포예요, 점포. 사람들이 많이 오가는. 그래서 이제 그 마루장을 뜯어내고 숨겨내신 겁니다. 마치. Между прочим, очень рисковала, потому что если бы узнали бы, что она это сохраняет, его просто застрелили бы. Поэтому она всю вот эту ответственность взяла на себя. Вот в этом доме она охраняла, закопала землю через горшок, и она охраняла.